Глава 8, подзаголовок 3. Что происходит с демографией на самом деле? До шестидневной войны в средней арабской семье в Израиле было 9,6 детей. В 87 году это число сократилось до 4,6. Уровень рождаемости в христианских арабских семьях снизился еще более заметным образом, и сегодня, 95-й год, он ниже, чем у евреев. Этот процесс является прямым результатом повышения уровня жизни и уровня образования в арабской среде, особенно среди женщин. Сегодня почти все арабские женщины в Израиле умеют читать и писать. То же самое относится к Иудее, Самарии и Газе, где до 67 года большинство женщин были неграмотны. Можно предположить, что продолжение экономического развития и повышение образовательного уровня в арабской среде к западу от Иордана приведет к дальнейшему сокращению арабской рождаемости вплоть до того, что ее уровень сравняется с аналогичными показателями в еврейской среде. Относительно арабской эмиграции за пределы Иудеи, Самарии и Газы можно сказать следующее. Начиная с 50-х годов, этот процесс протекает более или менее стабильными темпами, главным образом по экономическим причинам. В начале 60-х годов арабская эмиграция из указанных районов была обусловлена также сознательной политикой короля Хусейна, препятствовавшего экономическому развитию Западного берега. Ее уровень достиг тогда наивысшей точки. Около 20 тысяч человек покидали ежегодно Иудею и Самарию. После установления израильского контроля над этими районами экономическое положение там существенно улучшилось. Около 70 тысяч арабов Иудеи и Самарии нашли работу в Израиле, и положительные изменения в области занятости привели к определенному сокращению эмиграции. Тем не менее, с начала 80-х годов тысячи арабов стали ежегодно покидать Иудею и Самарию, поскольку работа в странах Персидского залива и других частях арабского мира сулила им достаточно высокий заработок. Еще одним фактором, способствующим арабской эмиграции с контролируемых Израилем территорий, стало образование состоятельных палестинских общин в Европе и Америке. В середине 80-х годов темпы арабской эмиграции из Иудеи, Самарии и Газы несколько замедлились. Однако вызванные интифадой экономические трудности и главным образом страх перед внутрипалестинским террором стали постепенно оказывать «выталкивающее» в кавычках влияние. Это можно было хорошо почувствовать у американского консульства в Восточном Иерусалиме, где ежедневно выстраивались длинные очереди арабов, рассчитывавших получить въездную визу в США. Один циничный наблюдатель заметил по этому поводу, что если бы американцы столь же легко разрешали въезд на свою территорию палестинским арабам, как советским евреям, то демографическая проблема Израиля была бы решена в одночасье. Арабская эмиграция из Иудеи, Самарии и Газы была после шестидневной войны столь значимым демографическим фактором, что если бы не 800 тысяч израильских арабов, среди которых почти не было случаев эмиграции, то за прошедшие годы общее соотношение численности населения к западу от Иордана изменилось бы в пользу евреев. И если статистические данные указывают на демографическую угрозу Израилю, то эта угроза происходит не от арабских жителей Иудеи, Самарии и Газы, а от израильских арабов.
67 по 92 год доля арабов Иудеи, Самарии и Газы в общей численности населения, живущего к западу от Иордана, сократилась с 25,8% до 24,8%. За тот же период доля израильских арабов на указанной территории возросла с 10,5% до 13,4%. Интересно отметить, что ни один демограф не пытается говорить о том, сколько времени понадобится израильским арабам, чтобы сделаться национальным большинством в государстве Израиль в том случае, если последнее откажется от всех контролируемых территорий. Если бы эсхатологически настроенные демографы были более последовательны в своих методах и оценках, они потребовали бы отступления не только из Иудеи, Самарии и Газы, но и из Галилеи и некоторых районов Негева, где удельная доля арабского населения особенно велика. Разумеется, продолжение политики левого израильского правительства, направленной на создание палестинского государства на всей территории Иудеи, Самарии и Газы, приведет к явному и скорому обострению демографической угрозы. ООП намеревается призвать к возвращению в Иудею и Самарию более миллиона палестинских беженцев в кавычках, которые, в свою очередь, будут требовать права на воссоединение семей в кавычках с израильскими арабами. Они станут также добиваться права на возвращение в кавычках в покинутые в 1948 году районы Израиля. С помощью массовой репатриации и продуманной поселенческой политики сионизм сумел добиться решающих успехов в деле формирования еврейского большинства к западу от Иордана. Израильские левые намеренно отказываются от этих успехов, содействуя усилиям арабов, цель которых – вернуть евреев на положение меньшинства в Эрец-Исраэль. Вопреки распространенным поверхностным представлениям, создание палестинского государства сулит угрозу установившемуся демографическому балансу между евреями и арабами. Изменение этого баланса в общем территориальном контексте Эрец-Исраэль будет иметь неизбежные последствия в сфере отношений между евреями и арабами на суверенной территории государства Израиль. По сути дела, речь идет о подрыве глубочайших основ стабильности современного израильского общества. Аргументируя свои действия демографической угрозой, израильские левые способствуют в действительности ее обострению и актуализации. Приняв в расчет все вышеуказанные факторы, мы должны будем признать, что апокалиптические предсказания скорого и неизбежного демографического взрыва в среде арабского населения не слишком обоснованы. Реальная картина станет нам еще яснее, если мы обратим внимание на еврейскую сторону демографического уравнения. Средняя продолжительность жизни израильских евреев примерно соответствует аналогичным показателям в развитых странах Запада. 78 лет у женщин, 75 лет у мужчин. Можно предположить, что в будущем продолжительность жизни в Израиле будет постепенно увеличиваться по мере развития медицины и дальнейшего повышения уровня жизни. Средний уровень рождаемости в еврейских семьях уже много лет составляет 2,7 ребенка на семью, что значительно выше, чем в развитых странах Запада. 1,7 в США, 1,3 в Германии. Быть может, относительно высокие показатели рождаемости являются реакцией на такие социальные реалии, как опыт перенесенных войн
и ожидание новой возможной войны в будущем, а также выражением подсознательного страха за выживание еврейского народа. Очевидно, что государство Израиль, будучи государством еврейского народа, испытывает явную заинтересованность в увеличении числа многодетных семей. Здесь уместно упомянуть о том, что такие страны, как Франция, Венгрия, Болгария и европейские республики бывшего Советского Союза, накопили значительный опыт в области успешного осуществления национальных программ поощрения рождаемости. Одно из проведенных в данной области правительственных исследований предлагает следующие меры по увеличению численности населения. Первое. Льготные ссуды на обустройство молодых семей, условия выплаты которых предполагают автоматическое списание части процентного долга или базового капитала ссуды при рождении детей в определенные промежутки времени. Второе. Субсидируемая помощь женщинам, страдающим частичным бесплодием. Третье. Консультации и содействие женщинам в случае незапланированной беременности. Четвертое. Оказание помощи в приобретении жилья семьям, желающим родить еще одного ребенка, но отказывающим себе в этом из-за стесненных жилищных условий. Пятое. Систематический пересмотр текущей социальной политики в области государственной поддержки материнства и детства, действенная помощь работающим матерям. Шестое. Расширение сети яслей и детских садов при параллельном оказании щедрой помощи семьям, испытывающим трудности при оплате этих услуг. Разумеется, нет никакой уверенности в том, что вышеуказанные меры дадут ожидаемый результат. Однако, несомненные в кавычках прогнозы относительно сохранения сравнительно низкого уровня рождаемости у евреев, составленные без учета возможностей деятельного государственного вмешательства в эту область, подобны предсказаниям сухой погоды при наличии эффективных средств искусственного вызывания осадков. Дождя не будет, если эти средства не будут применены. Будущую ситуацию в области еврейской рождаемости в Израиле невозможно предсказать однозначно уже хотя бы потому, что ее тенденции объективно зависят от выбора той или иной целенаправленной правительственной политики. Второй фактор сокращения еврейского населения в Израиле – эмиграция из страны – воспринимается большинством израильтян чрезвычайно болезненно. Основополагающей целью сионизма было и остается сосредоточение еврейского народа в государстве Израиля. В силу этого израильское общество очень чувствительно и негативно относится к уезжающим из страны. В последние годы наблюдается некоторое смягчение этой психологической установки, однако она по-прежнему разделяется большинством еврейского населения Израиля. Отъезд каждого эмигранта воспринимается как реальная потеря для государства. Прибытие каждого еврейского репатрианта как вливание дополнительной порции жизненной силы. В 80-е годы, когда из Израиля ежегодно уезжало около 30 тысяч человек, многие видели в эмиграции источник реальной опасности будущему страны. Постепенное улучшение экономической ситуации и моральный эффект, связанный с массовой репатриацией в Израиль из Советского Союза, привели к нейтрализации данной тенденции и к значительному сокращению числа эмигрантов. Число израильтян, покинувших страну за все годы ее существования, оценивается примерно в 400 тысяч человек,
около 10% нынешней, 95-й год, численности еврейского населения в Израиле. Разумеется, государство, которое все еще борется за достижение критической человеческой массы, не может равнодушно относиться к этим цифрам. Однако, едва ли данные показатели могут считаться странными, когда речь идет о нации иммигрантов. Напротив, они примечательно низкие для страны, истерзанной арабским экономическим бойкотом, терроризмом и 6 войнами за 4 десятилетия. Трудно оценить шансы на возобновление широкомасштабной эмиграции из Израиля. Ситуация в этой области определяется динамикой внутреннего положения в стране. Опыт показывает, что уровень эмиграции более всего зависит от экономических трудностей, а не от политических факторов или военной нестабильности. Большинство израильтян, живущих в США и других странах мира, сохраняют прочные эмоциональные связи с Родиной. Многие из них выражают желание вернуться в страну. В последние годы заметно увеличение числа возвращающихся в Израиль эмигрантов. Следует отметить, что решение многих из них было обусловлено различными правительственными программами по оказанию помощи возвращающимся. Было бы ошибкой полностью исключить живущих за границей израильских иммигрантов из расчетов будущего демографического баланса в стране. Реальное улучшение экономической ситуации в Израиле приведет к дальнейшему сокращению эмиграции и станет действенным стимулирующим фактором процесса реэмиграции. Этот процесс может вернуть на родину многих преуспевающих бизнесменов, способных внести существенный вклад в развитие израильской экономики.